Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня в нашем видеообзоре представляем вам сорт чайно-гибридной розы Валентина. Выведен он был в Италии селекционерами Барни в 2009 году. В общем-то, это классическая чайно-гибридная срезочная роза. Но, тем не менее, в саду она растет довольно неплохо, выглядит красиво и очень нравится любителям чайно-гибридных роз. Как видно, здесь на видео показаны розы, которые у нас выращены в контейнерах, это в садовом центре в Никитском, в первую волну цветения 18 июня. Розы все стоят на бутоне, большим массивом, выглядит очень хорошо. Как и любая чайно-гибридная роза, на одном побеге, побег ровный, прямой, крепкий, на одном побеге один бутон. Бутоны длинные, элегантные, цветки красные, блестящие, с бархатными лепестками. Хорошо то, что раскрывается эта роза довольно медленно. Недели три стоит в распуске. Сам бутон тоже довольно крупный, когда совсем раскроется. В общем-то, как и большинство чайно-гибридных роз. Кусты в высоту достигают до 1 метра, в ширину сантиметров 40-50. При полном распуске бутон достигает 12 сантиметров приблизительно. Здесь она еще не совсем полностью распустилась. Когда откроется совсем, то будет сантиметров 12. Бутоны крупные. Запах у розы Валентина еле уловимый, практически его нету. Такой очень нежный. Второй бутон померили, да, ну, тоже пока еще 10 сантиметров. Это розы в контейнерах, те, которые растут на улице, маточники, они покрупнее распускаются, ну, до 12 сантиметров точно. К болезням устойчивость у розы хорошая, но в любом случае нужно проводить профилактические обработки. Тогда лист будет стоять красивый, чистый, и сам куст будет выглядеть очень хорошо. Поэтому обрабатывать для профилактики нужно обязательно. Эта клумба у нас новая. Высаживали мы молодые саженцы в начале июня. Зацвели они у нас очень хорошо к началу июля. Здесь уже вторая волна цветения. Набираются бутоны. Вообще в нашем розарии в начале июня мы высадили 6 сортов, 6 клумб получилось с чайно-гибридными розами. Чтобы посмотреть понравившиеся нам сорта, как они будут себя вести зимой, ну и вообще. Цвела роза с начала июня и до конца октября, даже до начала ноября. Поэтому сорт Валентина будет хорошим выбором для всех любителей чайно-гибридных роз. На этом сегодня все. До свидания, до новых встреч!